Шучу. Поехали? Убери листок. Витя, а как тебя объявить? Виктор Герчев, человек-сова? Готовы, да, Витя, человек-сова. Да, нормально? Человек-паук. Или ты не человек-сова? Как ты себя позиционируешь? Да как объявишь? Ну, человек-сова. Хорошо. Этот бонус ждет. Окей, все, поехали. Если вы прошли предыдущих три уровня, это значит, что вы готовы сразиться с боссом и сыграть суперсложную фишку, которую вам покажет человек-сова Виктор Герчев, победитель конкурса DW Drummer Contest White Room. Дорогие друзья, я вам сейчас покажу. Что? Ничего. Я вам сейчас покажу ничего. Это ничего играется скольжением, а также трением, а также прением. Что такое ничего, дорогие друзья? Ничего к нам пришло из древних времен, когда еще ничего не было. Было одно ничего. Ничего налево пошло, ничего направо пошло. Спереди ничего и сзади. О, Саня! Я вам покажу двойной удар ногой. Двойной удар ногой, двойной удар мышки. Дорогие айтишники, айтишнички, я бы даже сказал. Я вам покажу двойной удар ногошечкой. Двойной удар. Двойной удар ногой можно сравнить с двойным кликом мышки. Ой, какой красивый удар. Красота неописуемая. Это самый айтишный удар двойной ногой. Двойной удар ногой одной. Вот так вот. Наши 16 любимые ноты многие музыканты играют одной рукой. Кто правша, играют правшой рукой, кто левша, играют левшой рукой. Не слишком быстро? Следующий бит с двойным ударом по бас-бочке будет еще чуть-чуть сложнее. Что надо говорить? Я сам все скажу. Пишем. Он сам все скажет. Да. Пишем? Да. А у тебя петличка работает? А у тебя? Ба-ба-ба. Всем спасибо за внимание. С вами были Александр Селезнев и Виктор Герчев. Подписывайтесь на наши каналы, добавляйтесь в соцсетях и смотрите наши новые видео. До встречи. Чувак, мне начинает быть не по себе, когда ты меня за талию хватаешь. Ведь мальчиков и девочек я очень люблю. Подписывайтесь на наши каналы, оставайтесь на связи и до новых встреч.